Доброе утро, друзья. Ну что, мы на море и пытаемся... Не, не пытаемся. Будем ловить кефаль. Интересно состояние сегодня здесь травы. Сейчас посмотрим. Потому что ставриду ловят под утро тоже. Я когда вот на саргана прихожу, еще успею. Ну, сарган начинает клевать часам 9, так, по 9, это я вот заметил. Ему солнышко надо. А до него ставрида бьет так вот суточка. Осенняя ставрида, это, конечно, шок. Толстый, жирный такой. Ух. Ну и все. Забросил 3 спиннинга. Теперь самое интересное. Надо ждать. Не, ну клевало, Лень. А может, сидит какая-то мелочь. Бывает такое. То барабулька бывает, так сидит, вытаскивает барабульку, а так она маленькая, так. Да вытащи, да, Лень, она опять клюет, смотри. Она постоянно у тебя дергает. Вытащи, там, наверное, сидит уже. Ну это не кефаль. Да нет, наверное. Да нет, кефаль так близко. Ленечка, там сидит у тебя что-то. Вот оно и дергается, видишь? Под чином тебя. Крупная аферинка, да? Крупная аферина. Ты видишь? Ничего себе. А сама травы смотри сколько. Это трава, это не трава. Нет, да. Это ерунда. Это под ног грузило. Ну, Лень, с почином, дорогой. Спасибо. Все, можешь ехать. Можешь домой ехать. Ну то впереди грибовка. Тут вот отдыхающая на берегу. Палатки разбили. И вот несколько рыбаков. Вот впереди нас двое. Мы втроем. И сзади нас уже есть рыбаки. Но сегодня суббота. Это тебе посвящаю. Подожди, снимаю. Еще раз. Улыбочку поближе. Есть. Ну что, с почином вас. Рассказали мне такую премудрость. Надо на полотенце выложить червячка. Накрыть его. Он немножко подсох. Будет лучше держаться на крючке. И дольше прослужит. Вот такой вот получается полуподсушенный. Мужики, если не секрет, это что, кормили что ли ее? Нет. Это... Мне там Валера ходит сюда, если знаешь этот капитан. Ну-ну-ну, да. Он мне говорит, надо взять эту муку рыбную. Угу. Говорит, с глины накидать, потому что я взял, да, и закинул. А что, помогает? Он на даче говорил, что мы там ловили, как помогало, не помогало, ну... Понятно. Ну, конечно, пробовать надо. Ну да. Он говорит, что не лучше это делать. Не попробуешь, не будешь знать, это точно. Да, ну это может ему кто-то нашептал где-то, а он дурака нашел, подсказал. Я вас понял, спасибо. А что, по кровотоксине, да? Ну, 2 штучки поймали. А, поймали.
Да. И опять же, близкая дистанция, до косы. Ринка обрезает крючки, щечки становятся чистые прямо. Да, так червячка надевать проволочки. Чуть-чуть высушивается. Очень даже удобно. Чем хорошо на море? Жарко стало, пошел покупался. На речке так не покупаешься. Там вода такая, мама, не горюй. Резнющая. А тут море. Да. А? А, нет. Нет. Нема.
Там их поймали всего лишь две. Но у тебя на берегу все-таки сорвалась. Ну, она под песок начинает биться, конечно. Ну, красавица. Ну что, червяк закончился, и закончилась рыбалка. Улов. Сколько? Три кефальки. Бичок. Где-то там еще барабулька.